Привет, друзья! В этом видео я покажу вам не просто город, я покажу вам сказку, в которой мне довелось побывать 5 дней. Это столица Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Рассказывать об этом прекрасном месте, думаю, смысла нету. Все и так знают, что Абу-Даби – это богатейшая столица в мире, политический, промышленный, торговый, культурный центр страны. Но население здесь 1 145 000 жителей. Абу-Даби еще называют Манхэттеном Ближнего Востока. Лично от себя я могу добавить то, что в Абу-Даби я увидел огромное количество шикарных отелей. В одном из этих отелей мне довелось пожить, пока я гостил здесь. Отель этот называется Джумейра от Этихад Тауэрс. Помимо того, что этот отель просто безупречен, так здесь еще и снимали фильм «Форсаж». То есть, сам по себе отель уже легендарен. Ну, конечно же, Персидский залив, Лазурный берег, теплое море. Ну, а какие же здесь дороги? Дороги здесь как зеркало. Мало того, что они как зеркало, так здесь еще ездят по этим дорогам такие шикарные машины, которых мне не довелось увидеть у себя на родине. Тут можно встретить суперкары, такие как Maserati, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Aston Martin. Огромное количество прекрасных, красивых, дорогих автомобилей. А вот еще одна достопримечательность в Абу-Даби. Мечеть шейха Заида. Вся белая, сияющая. Просто невозможно оторвать глаз от этой архитектуры. Одна из 6 самых больших мечетей в мире. Она названа в честь шейха Заида ибн Султана ан-Нахаяна, основателя и первого президента Арабских Эмиратов. Мечеть Заида способна вмещать в себя до 50 тысяч верующих, а главный молитвенный зал рассчитан на 7 тысяч молящихся. Внешний ряд здания покрывают 82 купола, а купола эти украшены белым мрамором. В залах мечети подвешено 7 люстр производства Германии и украшены сусальным золотом и кристаллами Сваровски австрийского производства. А главная люстра является самой большой в мире, установленных в мечети. 10 метров в диаметре, 15 метров в высоту, ну а весом аж на 12 тонн. В этой мечети и ковер является самым большим в мире. Площадь этого ковра 5627 квадратных метров. Изготавливали его аж на 1200 ткачей. Вы представляете масштаб. А вес его составляет 47 тонн.